Всем привет! Рада вас видеть на своем канале. Посмотрите, какая у меня здесь красота. Это единорожки на облачках. В данном случае здесь у меня такой большой отрез. Это хлопок 100% сатин премиум качества. Ткани предоставил магазин Unique Shop 24. Все ссылки на этот магазин, как всегда, я оставляю в описании под видео. А моим любимым подписчикам скидка 10% на заказ. В качестве второй ткани я взяла также сатин премиум, такого сиреневого цвета. Мне кажется, очень сочетается красиво. Перед пошивом ткань я продекотировала утюгом с паром, чтобы дать дополнительную усадку ткани. Выкроила два одинаковых размера. И из этого отреза ткани можно сделать либо легкий плед, либо пододеяльник, либо летняя одеялка. Все, что вы пожелаете. То есть размеры достаточно большие. То есть можете подобрать для себя. На сайте совершенно разные размеры. В данном случае мы с дочкой решили сделать легкий плед, потому что у нас на улице достаточно жарко. И решили сделать такой вариант. Я сложила ткань лицом к лицу и скалываем по всему периметру. Затем идем за машинку. Прокладываю строчку от края на 1 сантиметр. Такой пледик прекрасно подойдет как вариант для летних прогулок. Можно малыша укрывать в коляске, либо в жаркий летний день дома укрываться тоже прекрасно подойдет. И такой плед я сшила еще на подарок своей племяннице. Шьется достаточно быстро, справится даже новичок. Те, кто совсем еще не пробовали шить, обязательно попробуйте такой вариант. Выворачиваем на лицевую сторону, обязательно выправляем все уголки, прям хорошо, с помощью иголочки уголки выправляем. А вот здесь отверстие, через которое выворачивали, его нужно аккуратно подвернуть вовнутрь на 1 сантиметр также и заутюжить. Затем потом легко будет прокладывать строчку. Потайными стежками там закрывать ничего не нужно. Когда мы будем прокладывать отделочную строчку, эти швы все войдут вовнутрь, и отверстие само закроется. Теперь я буду ориентироваться на разметку на моей машинке и по ней делаю отстрочку, отступая от края 1 сантиметр. Вы можете отступить, например, 2 сантиметра или 1,5, то есть на ваше усмотрение. Я для себя выбрала самый оптимальный размер, это 1 сантиметр. И прокладываем строчку. Ткань очень приятная, такая нежная. И после стирки она остается как новая. Посмотрите, как красиво смотрится комплект. Моя доченька очень довольна. Здесь получился такой легкий плед и наволочку. Наволочку шили в прошлых видео. Спасибо вам за просмотр этого видео. Всем желаю хорошего настроения и до новых встреч. Пока-пока!